Наш дом долго обслуживала управляющая компания. Сейчас создаем товарищество собственников жилья, но все равно хотим, чтобы нас обслуживала управляйка. Подскажите, возможно ли такое сотрудничество и какими документами оно подтверждается? Конечно, это самое правильное решение, когда непосредственно ТСЖ заключает договор с какой-то большой, с крупной, грамотной управляющей организацией, которая возьмет все тяготы по содержанию и обслуживанию дома на себя. Договор такой называется между ТСЖ и управляющей организацией. Договор аварийно-технического обслуживания. Значит, такая форма, в общем-то, активно работает. У нас в свое время, вот в нашей управляющей организации было порядка 20 ТСЖ, которые мы создавали непосредственно для помощи жильцам в проведении капитального ремонта. Сейчас, конечно, их стало меньше, потому что массово ТСЖ закрываются. Сейчас 4 ТСЖ, но у нас с ними заключены договора аварийно-технического обслуживания. И, в общем-то, собственники жилья этих домов довольны. И работает ТСЖ, и работает управляющая организация. Как раз в этот договор все и входит. То есть все тяготы берет как раз на себя управляющая организация. А управление ТСЖ как раз остается, наоборот, функция такая, больше политическая. То есть работа с должниками, принятие решений аварийных каких-то проведений ремонта. Вот. А все остальное как раз находится на управляющей организации.